Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Я могу сейчас пошарить экран, скажите мне просто, что тыкать по-бырому и все. Делаем или нет? Давай еще ход сейчас подождем. Давай, давай ход играем, если вдруг он зависает, делаем Shift-Enter и тогда меняемся. Окей. Так, тут у нас холм, поэтому он не захватит мне рабочего. Но если он сюда встанет, будет неприятное. Не, знаете что, давайте-ка мы вот так сделаем, чтобы зоны контроля не было. Он может сюда встать, и мне еще целый лишний ход идти будет. Блин, кстати, я еще... Возвращают должок, француз. Небось, уже забыл? Да, я забыл, приятно. А мне? А у тебя я ничего не брал. За вас следом. Погиб. Спасает тебя, кстати. Нет, развед погиб, потому что влез куда не надо. Ты не жалко его? Жалко. Я даже всплакнул, когда увидел его гибель. Добрый ты человек, конечно. Да. Жалко этого добряка. Так, знаете что? Нам можно вот здесь батей поставить. Там культура за бонусные ресурсы, эти 2-3, по-моему, ничего так. Имеет смысл построить... Так, в Пекине святилище. Здесь, наверное, шахту. Вот тут я буду кампус еще ставить. Надо пометить себе, я думаю. Так, ну теперь можно спокойно сюда идти. Пофигу на прачника. Наверное, все-таки шахту сделаю. Да, слушайте, целого миссионера потратил, и все равно 5-2. Так, продолжаем строителя, я так думаю. Сколько тут зарядов? 3, наверное, еще так, одного строителя. Сделка, я не знаю, у меня просто пишет, что у тебя... Тут вырублю камень. Ну, я этим строителем пойду вырубать камень следующим ходом и поставлю кампус сейчас, там. Да. Уже... давайте пишет, пока стримя. Другой почему-то пишет один. Блин, морская тварь, надо где-то... потому что у меня вот городов государств еще. А, то есть ты можешь торговать этим ресурсом? Да, ты можешь торговать только своими, но получаешь еще ГГшки. Понял, да-да-да-да. Давайте вот так сделаем. Ну тогда такое приложение. Два хода. Принято. Где-нибудь еще культуру могу сделать? О! Блин, народ жаль. Народ Польши приятно удивлен навыками бартера. Блин, слушай, я не знаю, можно такой небольшой автоп сказать из жизни? Скажи. Недавно была такая ФФАшечка. Подожди, только пожалуйста, если это не будет только про смену роутеров и мобильного интернета. Не-не-не-не. Мы эту тему уже прошли.
недавно была ФФАшечка, и была девочка, которая с ником довольна, и там даже Хермине, или как-то так называется, там у нее ник там, ну, суть не в этом. Сюда идет. Сюда идет. Мы начинаем игру, идет. И когда начинается два бой, города ну, там мы там с ребятами, причем мы там в Дискорд зашли, там 4 человека было в Дискорде из 7 игравших. Девочка это не была в Дискорде. Но когда мы начинаем между собой воевать, она начинает расписывать прям такие вот прям в общий чат, выходят такие там, так, я играл за эту, извините, Трибухвану, и со мной был Кри рядом. И мы с Кри там не поделили территорию, начали воевать, и она такая, Кри и Трибухвана, умоляю вас, остановите войну, это приведет к глобальной катастрофе. Короче, там такие росписи были, мы сидели просто... Мы остановили войны, потому что было приятно почитать, что она пишет. Девочка вот прям погружается в игру, и вот настолько вот... Ну, это было интересно. А можно сначала я... просто... Не, не надо. То есть человек, который играет в игру и полностью в ней, вот, вот полностью погружен. Так, тут на рост... Тогда пока производство. По-моему, все поставим. Ну, у нас сейчас два хода. Два хода вырастим через два хода. Так. Ну что, пора пингалу? Блин, опять же некуда пока. Реально пока некуда. Не знаю, давайте возьму в Чинду его пока посажу. Ну почти. То есть, когда у нас идет бодро, в Румынии начинаются проблемы с интернетом. Так, и Петра, и пирамиды доступны. Окей, наверное, просто надо рабочих. Я, наверное, сразу вот этим рабочим пойду уже. Блин, давайте подумаем. Может, здесь и здесь сделать, а тут на театралку оставить, получается. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. РМС, блин, я не знаю, почему опять вывел. Так, у этого сколько зарядов? Дохожу. 2. У меня есть прекрасная идея. Там вроде бы был в цифке режим игры по имейлу. Знаете, там по ходу отправляется каждый. Угу. К одному компьютеру все. Облачный режим. Ладно, пойти сюда, что ли, сначала. Ну, хотя 5 зарядов тоже можно железо тут обработать, купить. Но я пойду туда, к этому городу. Так, а здесь... Нет, здесь я не буду ферму пока делать. Гавань готова. Маяк. Святилище, храм. Все, сейчас. Так, а вот здесь у нас нужен тоже рабочий. И храм Махабодхи мы будем ускорять им. Строители, давайте сразу в очередь храм Махабодхи, чтобы я не забыл просто. Мы тут постоянно сейвы делаем. С
здесь у союзников общая видимость или нет? У Кри? Только с повышением союза. Либо второй уровень военного союза, общая видимость, либо просто союз с Кри. Городские хартии. И... А... Давайте Шенгети союзить, наверное. Ладно, в конце. Так, а что Шенгети еще хочет? Кампус, о, кстати. Это мы сделаем. Блин, а вот тут он мешается. Мне теперь сыкотно подходить. Давайте, наверное, как-то я вот так остановлюсь пока. Кто захватит рабочего? Приветствую тебя тут. Я даже вот так, наверное, подойду. И тебе привет. Так, что там по великим людям у нас? Ученый. Торговец. Ну, блин, Египта. Вот это хороший торговец Египту достанется. Так, морскую традицию открыли. Это я дальше в феодализм иду. Чтобы вот эту карточку поставить. А... Вот это, наконец, поселенцев убираем. Знаете, наверное, 100% к морским юнитам построим две галеры. Это надо было только сейчас переключиться, честно говоря. Сколько тут галеры будут строиться? Один ход. Ну, надо переключить, короче. Блин, быстро француз расселился. У него производство, кстати, очень хорошее. Очевидно. Не, слушайте, не работает эта фигня. Странно, когда этот ресурс дают от ГГшки, то работает. Ну ладно, у меня типа два... Все равно... Францы, вы же не будете против начать играть в разумные игры? Я не совсем понял. Он хочет тебе религию распространить. А, то есть мне уже за этих трон там прям распространяют. Мы с этим разобрались. Я уже отказался от религии, поэтому, ну, играйте с себя. Только я буду против. Я буду заключать максимальные союзы с тем, кто, у кого нету крестового похода. Мне только крестовый поход переживает. Блин, мне надо как-то этого вот... Убить как-то надо. Так, стремя. Это я зря не отменил. Грек под защитой веры. Всех боюсь. Блин, как тут? Ладно, давайте вот тут. Обработаю лошадей. Даже если он захватит, тут один заряд всего у рабочего. Унсу встретил. Ну просто Шенгети дает веры очень много. Все окей? Да, вроде, кстати, нормально играем. Переходовки хорошие.
Так, ну отлично, что он даже не захватывает рабочего. Так, больше раз мы пытаемся дружить, дружим. Блин, я не поставил кораблики. Фак. Панцы, я вижу у тебя много друзей. Не хочешь ли ты обвести во мне еще одного друга? Я разговариваю об этом. Я пацифист. Воевать не хочу. Пока. А что там у тебя такое внутри, с кем он, с чем он будет дружить? Он мне пока религию свою несет. Ясно. Ясно, понятно. Так, гавань. А я пока просто не ругаюсь ни с кем, потому что я еще не решил, куда, в какую сторону и что делать. Зачем тебе вообще ругаться с кем-то? Ну, пока незачем, но я же не знаю, что будет дальше. Игра, она развивается. Как насчет взаимоусилить наши воззвания в научной стези? Ух ты, Лунси отваливается. Не, ну ноль, да? Нормально. Ноль — это нормально. Блин, вот это, конечно, вот откуда вот он вообще взялся здесь? Даже нету никаких кланов. Привет. Тупо очень. У меня ресурсы есть. Давай делиться. Давай торговать. Потом. Так, надо по городам пройтись. Начинает не хватать таймера. Серьезно. Так, ну тут храм Махабодхи вроде никто не строит. Так, сейчас Шенгети у нас еще шестой появится, потому что он хочет кампус, я как раз кампус построю. Так, ученого нет. Ну что тут? Полководца нет. А здесь? Разогнать варваров тоже нет. О, обнаружили империю Кри. Ой, а чем, зачем я с ней... Ну, торговать нельзя, я просто посмотрел, что там у него. Так, а кого я не встретил? Грего, ты за кого играешь? Я немец. Так, наверное, пускай она само достроится здесь. Я лучше лошадок обработаю. Или даже вон сахар. Сахар, наверное, лучше. Так, здесь продолжаем рабочих. Блин, и я не поставил вот это вот, плюс два действия. Так, это оставляем пока. Свою религию в шести городах. А у меня в каких? В четырех. А чё не распространяется дальше? Уже самому не хочется. Так, куда поплывем? Сюда, наверное. У нас потрясающий незаселенный континент снизу. Я не понимаю, что там Кри упарывались с турком. Я разведаю. Пустота. Им да. Места не было куда развиваться, кроме как влево на меня. Там заканчивается там этот там остров. Там просто пустыри. Заселяю как могу. А вон, кстати, чай-то второй. О, это хорошо. Да, блин, еще и не убил. Стоим, ждем. Бля, как я тут пирамиды могу? То есть я куплю клетку? Не, в этом городе мы не будем.
А, тут этот встал на гавань, поэтому отменилось строительство. Шенгете очень важно, чтобы быстрее поселенцев купить всех. Так, давайте еще подумаем. Значит, этот у меня сейчас становится. Сюда тоже идет, сюда еще где-нибудь. Да нет, мне кажется, больше нигде нету смысла. Даже сюда уже не влезет. Вот сюда только еще где-то влезет, но тут мне не нравится. Хотя, до китов и до этого можно будет дотянуться. Чё и не построить с другой стороны. Науки, конечно, у Франции дофига. Так. Чё возьмём? Дедушка, посмотри сделку, пожалуйста. Скоро еще виноград будет. Мечеть. Я бы, наверное, ступу взял. Или гурдвару. Давайте гурдвару. И последнее. Знаете, наверное, просто влияет писание. Все, задолбал, блин. Так, давайте, наверное, сразу пирамиды. Здесь амбар. А что уменьшается? Еды не хватает в городе? Вау. Тогда, наверное, рабочего. Не, давайте амбар. Амбар, потом рабочего. Так, на сахаре у нас предприятие есть. Вот оно, на свинине есть, вот оно. У нас остается еще только чай. Похоже. Народ, у кого-нибудь что-нибудь еще на торговлю есть какие-нибудь ресурсики? Сейчас будет еще одна ртуть, скоро улучшу. Бо, я смотрю, там у всех все ничего нету. Ух ты, как тут все улучшилось. Сломали, правда, железо, но зато все клетки улучшились. Так, а что, прекратили? Серьезно, кто-то построил пирамиды? Блин, дед, ну серьезно, пирамиды? Да. Ну это вот твое чудо, да? Ну да. Ну ты писюн, слушай, ну. Ты же сам сколько здесь чудес построил. Ну так это же, то есть смысл мне через это играть, у тебя другая цивилизация, ты через другое играешь, взял пирамиды, через построил. Через что я играю? Через что я играю? Через Египет, через что ты играешь? Да. Что, у тебя там бонусы на строительство чудес? Да. Да, рядом с рекой, а где ты пирамиды построил, в жопе? Возле моря, там же тоже вода. Нет, там, в смысле, рядом с морем. Разница, чудо хорошее. Блин, ну я не мог раньше построить. Видите, как можно быстрее я этим спешил сделать, но это, конечно, жалко очень. Блин, а ты влюблен, кстати. Там пуск построил. Больше говорю. Повтори, пожалуйста. У тебя влюбление просто вот правее. Купи одну клетку, и там был бы кампус на +4. Да, был бы. А чё?
Следующим ходом надо будет купить. Иногда нужда побуждает. Не-не, у тебя денег хватает просто к тому, что ты прям мог там, ну, веселее все сделать. Я уже сделал в другом месте. Да, бро. Грек, ты не хочешь, да, союз заключать? Так. Я заключил. А, не увидел, сорян. Сейчас последнего поселенца покупаем. Я бы, кстати, наверное, попересаживал, ну, в Чиншу Пингалу, да? Лян, наверное, в Сиань. А Магнуса в Шанхай. Как-то так. Просто не успеваю уже ходить. У нас какие-то блин. Чудеса в бане? Нет. Кстати, венецианский арсенал на этой карте бы не помешал, конечно. Так, вообще, надо не забыть купить посела. Так. Дальше. Собор Василия Блаженного, кстати, вот для... Но это все-таки средневековье. Это не... Или нет? Подожди. Нет, должно быть средневековье. Блин, а где я его открыл-то? Она сейчас таймер идет. Да, надо Амани отправить туда. В Шенгете, я имею в виду. Блин, а где я? Где я открыл? Я ничего-то не пойму. Где он? А, в Теократии, да. Ну, это вообще возрождение. Ну, то есть, это чудо я не смогу ускорить. Рабочими. К этому. Позвольте им поинтересоваться. Неужели Китай не хочет тоже поиграть в умные игры? Нет. Китай играет в Сунь-Вынь. Понимаю. Understandable. Так, акведук, ученичество. Чё дальше, чё дальше? Контрфорс, наверное. У меня дамбу вот здесь можно будет где-то построить. Дальше гильдии. Так, берем Амани, назначаем в Шенгете. Чё-нибудь меняем? Пока нет. Ладно, давайте поменяем. Этих губеров. Или. Нет, давайте из Шиньяна отправим. Так, у меня вопрос к Китаю. А, Алексей, ты въезжаешь, да, на это чудо?
Что, какое чудо? Там, где у тебя дуболомы. Скажи название чуда. Кагуана, а название чуда сейчас. Да, я сюда ставлю город. Все, понял, понял. Так, Пингала, Чанша, Магнус, Шанхай. И Лян тогда в Сиань давайте. Пока. Все равно аквакультуру я там не буду еще принимать. 100%. Да, сейчас недовольство и отсутствие жилья из-за того, что перемещаются губернаторы. Ну, я сейчас еще Виктора последнего возьму. Последнего губернатора. О, 10 ходов. Там кто-то, у него что-то ускорились. Конечно. Так, ну надо, наверное, машиностроение открыть, чтобы наш уникальный этот взять. Кроме того, и торговцы, ну, у меня нету вообще еще промышленных зон. Смотрится лучше, чем желтый тигр. Лев даже. На них. Не понял. Обращать можно? Слушай, Лев, я сейчас войну бегать. Звучит неубедительно, мне кажется, можно обращать. Так, я бы уже ставил даму тут. У нас Палмейкер. И, соответственно, промышленную зону сюда. И Фолкс. Угу. Понятненько. Нужна кому-то ртуть. Плюс 2. Акведук. Нет, тут жалко акведуки строить. Мне. И... Это кто? Непонятно с промышленностью. Да, мне нужна. Скажи, у кого ртуть? У меня. Так, господи, что у тебя? У меня есть виноград. У меня виноград. У меня кинул предложение. А виноград у кого? У немца виноград есть. Если а, я тебя не встретил. Недоработка. Гильдии. Так, чеченицу, кстати. Так, не место будем. Можно что попробовать. Это читы. Просто. Это крутые кампусы у него здесь. Это он просто на 10. Надеюсь. С карточкой, 16, типа. 10. Ну, то есть на 5. Ну, на 10. И вольнодумство, да, наверное? Вообще нет. Да, и вольнодумство. Но, скажу прямо, вольнодумство ему меньше дает, чем сами кампуса. Так что не надейтесь, что когда оно закончится... Плюс у него, кстати, библиотека Александрийская. Это читы. Это и есть. Это так, что бесполезно. Буду не сейчас из Чанши в Египет отправлять на отъедание. Ты не проверил, у меня кофе-то не было, ведь, да ведь? Нет. Так посмотри, у тебя там ресурсы есть.
список. Все, норм, да. Ну. Так, Виктор, наверное, таки в Чэнду. Так, это у меня? Блин, я в игре? Да. Да. Фу. У меня, похоже, наушник сел просто. Да не, у меня звук просто в наушниках. У меня Bluetooth наушники, и звук прошел, типа, и я перепугался, извините. Добьем уже гавань. Наверное, вырублю. На что пойдет? Кандань, да, давайте. Обратите внимание, египтяне, что Польша уважает твои слова и не распространяет... Так, наверное, надо все-таки купить... Ну, сейчас сядет Магнус, у нас хватит времени, да. Точно? Сядет Магнус, купим здесь еще поселенца, да. Поставлю. Тут я точно смотрю, будет последний город. Так, веры дофига, теперь... Так, сколько стоит вообще? 205. То есть мне надо 205 держать. Пути Господа неисповедимы. Сколько? Когда он сама не сядет... Три хода еще. Чтобы Шенгете союзить. Ну, надо... Ну, короче, рабочих тоже два хода у нас ждать. Так что, блин, чеченицу построили. Грек, посмотри на мой Магдебург. Какой он красивый. Ладно, давайте покупать... А, тут уже куплено? Вкусно. Да, я постарался. Тут Гурдвару купим. Так, с этим нельзя торговать. Что там с греком? Плюс 12 культуры. Склерки? Да, нету больше ничего. Ладно, давайте без акведука. Здесь... Лян пока... Давайте Пенгалу повышаем на исследователя. Так. Что-то я стены вообще реально, ну, эту свою стену уникальную не строю. Мне надо где-то в каком-то месте, ну, блин. Вот тут жалко, понимаете? Тут немножко меня подселил, получается, француз. Так, этот... Сюда пойдет. Этот сюда. Так, тут надо часовню великого магистра строить. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.